Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня мы представляем вашему вниманию мастер-класс по изготовлению мыла боксерская перчатка. Для этого нам понадобится масляный экстракт эхиноцеи, одушка голубые гавайи, краситель пищевой коричневый, мыльная основа, формочка, боксерская перчатка выглядит она вот так. К ней идет еще резиночка. И палочка для перемешивания. Теперь растопим мыльную основу. Мыльная основа растопилась. Теперь мы будем добавлять краситель. Добавляем и смотрим, достаточно ли нам цвета. Я хочу сделать цвет более темный, поэтому я добавляю еще. Вы можете остановиться на таком оттенке. Так, я немножечко. У меня получился кофейный, я хочу более коричневый. Достаточно. Дальше я добавляю экстракт. С ним мыло будет не только красивым, но и полезным. Я добавляю 4 капельки. Дальше идет отдушка. Я добавила 6 капелек, потому что у нас мыльной основы много. Выбрала я эту отдушку, потому что она не сладкая, свежая, так как мыло будет в виде перчатки, то явно она понравится либо мальчику, либо мужчине. Они не очень любят сладкие ароматы. Так, основа у нас готова. Теперь мы будем заливать формочку. Сначала я возьму резиночку. Она нужна для того, чтобы мыльная основа не растекалась под надрезиком. И теперь аккуратненько заливаем. Теперь ждем, пока мыло застынет. Я достала мыло с формы, натерла его серебристым перламутром. И в итоге у нас получилась вот такая боксерская перчатка с надписью. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!